Пассажиров транспорта Верхневолжья ждут изменения, которые произойдут с 1 января на маршрутах в Твери и Калининском районе. Причем это коснется большинства городских и ряда пригородных маршрутов областного центра. В частности, для улучшения транспортной доступности двух микрорайонов города, нескольких населенных пунктов в Калининском районе и птицефабрики Верхневолжская на ряде направлений появятся дополнительные рейсы. Маршруты номер 116 и 233 будут продлены и переименованы. Маршрут номер 123 будет изменен и также переименован. Кроме того, на основании решения администрации города и комиссии по топонимике 11 остановочных пунктов изменят наименование. Подробнее с ключевыми корректировками можно ознакомиться на сайте компании.